Футболисты готовы, болельщики готовы, да и мы тоже готовы. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. Состав Хоффенхайм. Перед вами тактическое построение команды на этот матч. И, судя по всему, она явно настроена сыграть от обороны. Но так нельзя играть вблизи своих ворот. Эмиль Форсберг. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Амири! Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Игра остановлена, будет угловой. Вратарь первый на мяче. Попадает под прессинг. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Брума. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Эмиль Форсберг. И удар должен последовать. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Опасный момент. Удар головой был. Хотя и с трудом, но все-таки справляется голкипер. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Это может быть опасно. Надежно. Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Мяч покинул пределы поля. Хороший пас во фланг. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Эмиль Форсберг. Кевин Кампе. Может получиться интересная атака. Отличный удар. Удар! Вратарь на высоте! Вот хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар. Защита первая на мяче. Вынос. Нужно забивать и выходить вперед! Ух, какой отбор! Мяч остался у них, так что свисток молчит. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Пенальти! Удар с 11 метров и гол. Футболист ответственно подошел к выполнению 11-метрового и забил. Мы еще раз смотрим, как забивался мяч с пенальти. 1-0 в нашей игре. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Отлично сыграно, надо решать. Брума. Удар поворотом. Они зарабатывают право на угловой. Хороший шанс, чтобы восстановить равновесие в счете. И прямо в центр штрафной мяч летит. Смог мяч принять после навеса. Что дальше будет? Мимо цели. Такие моменты нужно забивать. Это была замечательная возможность сравнять счет. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Немного сзади есть игрок. На него идет навес. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственный. Арбитр назначает штрафной.
Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Пока неплохо. Мяч летит в сторону ворот. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Минимальное количество. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Ойген Поланский. Тут может что-то получиться. Прострел. Да. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в 2 мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Это может быть опасно. Эмиль Форсберг. Поульсен. Ох, какой гол! Какой гол! Можно было хвалить вратаря, да и назвать этот гол случайностью можно. Он здорово играл. Однако в футболе и одного мяча достаточно для победы. Не ожидали мы, честно говоря, такого поворота. Но это, дорогие друзья, футбол. Это может быть опасная атака. Нет, не дошел этот пас до адреса. И это шанс забить. И со второй попытки голкипер спасает свою команду. Не дал оформить дубль этому игроку. Похоже, сделал выводы из предыдущего момента. Кевин Камп. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Удар. Вратарь спас. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Тактическая замена от одного из тренеров. Усиление их играть сейчас явно не нужно. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Посмотри по сторонам. Есть кому отдать пас. Нужно забивать. Что? Ойген Поланский. Мимо! Вообще в створ не попал. Великолепный был момент для взятия ворот. Он хотел пробить технично, но слишком сильно получилось у него ударить. Хороший по задумке пас. Это может быть опасно. Форсберг! Сейф, но атака продолжается. Не стал ничего придумывать защитник, просто вынес за боковую. Как вы можете слышать, трибуны по достоинству оценивают игрока, который покидает поле. Думаю, мы с тобой. Свисток штрафной. Эмиль Форсберг. Брума. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Перехват в центральной зоне. Похоже, они решили поиграть вдвоем. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий... И это удар! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Крамарич. Считанные минуты до конца поединка. Ох, какая нас ждет концовка. Последняя 5-минутка пошла. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Мяч у защитника, он сыграл надежно.
Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Андрей Крамарич. Ну что, нужно забивать с этого углового и завершать игру. Два мяча за оставшееся время не отыграть. Редкий случай, между прочим. Тройная замена – это настоящий ва-банк. Андрей Крамарич. Вот это удар! Угловой, и это шанс упрочить.